будьте активні. Це я передаю слово Павлу. Будь ласка, вам слово. Спасибо, Ален. Добрый вечер всем. Так, начнем наш вебинар с тематикой хранения как целевой инструмент в агробизнесе. Вот. Меня изначально в вебинаре просили рассказать о себе, поэтому приготовил несколько слайдов, ну, чтобы было немножечко нагляднее. Начинал я свою карьеру, скажем так, в агробизнесе, как ни печально, ну, как интересно, с киповской части, то есть начинал с монтажа силовых и разных установок, начиная от холодильных, заканчивая разными другими, то есть по киповской части. Потом занимался монтажом малых установок и, скажем так, последний из моих объектов – это большое овощехранилище на 50 тысяч тонн. То есть там я занимался именно монтажом холодильного, вентиляционного оборудования и уже после переходил в технологии. Также параллельно изучал, скажем так, тематикой хранения изучались линии по упаковке, переработке продукции. Вот. Ну и в конечном итоге там полностью были охвачены мной там дисциплины по технологиям хранения. Причем у нас объемы камер были такие, как в 4,5 тысячи тонн, 2 тысячи тонн. И вот когда в 4,5 тысячи тонн, на тот время, 2012 год, мало было фермеров, которые способны были загрузить, ну, именно вырастить столько продукции, чтобы загрузить самим камеру. И потому, скажем так, в одну камеру у нас заезжало несколько контрагентов, то есть несколько фермерских хозяйств, то есть разная продукция. Помещенные были в одни условия, и таким образом я так зарабатывал огромнейший опыт в плане того, что разноплановый продукт, ну, в плане выращивания, в плане подходов и состояния, качественных показателей, вот, ставились в одни условия и уже смотрел, ну, скажем так, получал опыт, какая продукция именно будет выживать. Вот. Делал очень много экспериментов, к примеру, в данном случае на слайде представлены там по моркови, были и бигбеги, были и полиэтиленовые вставки, и накрывал и, скажем так, агроволокном, мешковиной, пленкой, землей, то есть выбирал не просто там, ну, скажем так, на 20-30 килограммах эксперименты ставил, а на объемах камер там в 2000, в 3000 тонн, вот, и получал хорошие результаты, поэтому, ну, скажем так, в плане опытности, да. Ну и потом дальше уже, когда я работаю в Green Team, у меня была такая интересная задача, одна из задач – это просмотреть все хозяйства. И переезжая с разных хозяйств, скажем так, с разной проблематикой, начиная сначала от больших и потом заканчивая самыми маленькими, просмотрел все возможнейшие вообще варианты хранилища, вплоть до просто простых коровников и как люди достигают там, в принципе, достаточно неплохих результатов. Особенно, к примеру, как по луку. Вот. Рассмотрели разные варианты хранилищ, то есть от контейнерного до простого навала, ну и в том числе, как я проговорил, и с сарайкой. Вот. Сопровождаю сейчас на данном этапе 8 хозяйств общим объемом больше 40 тысяч тонн хранимой продукции. Также еще, скажем так, объезжаю с услугой аудит по всей Украине и даже консультирую за рубежом. Это Киргизия, Казахстан, Беларусь. Вот. Последнее, что, скажем так, ну, хотелось еще добавить, сейчас продолжаю обучение в университете, заканчиваю магистратуру по агрономии и приступил к написанию докторской по разработке новых способов, не новых, а усовершенствования способов хранения аспарагуса с использованием антиоксидантов. Вот. Ну, скажем так, обо мне коротко пробежались. Теперь хотел бы увидеть активность. Я думаю, публика уже, все, кто хотел, попали. У кого какие культуры, ну, скажем так, по выращиванию. Сейчас мы говорим не о хранении, а о выращивании. У кого какие культуры? Напишите, пожалуйста, хотелось бы увидеть. Персик, картошка, валерьяна. Картофель, морковь, персик, клубника. Угу. В общем, там в среднем у нас
Лук, морковь, понял, пошло больше. Лук, пекинка, картофель, клубника, косточковый сад в ассортименте, томат, редис, картофель, морковь, слива, черешня, черешня. В общем, понятненько, у нас практически пополам овощников и по фруктам. Значит, будем некоторые кейсы более, скажем так, приводить не с точки зрения овощника, а с точки зрения подходов к хранению. Вот. А теперь напишите, у кого, кто вообще занимается хранением. Ну, то есть ту продукцию, которую вы перечислили, теперь кто, у кого есть хранение. В последующем, кстати, у меня будет там возможность просмотреть. Если я где-то кого-то пропущу, то я потом просмотрю чат, просмотрю. Так, ага, лук, минус, 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 персик, слива. Перелистнули. Нет, нет хранилища, нет хранилища. Угу. Так, теперь нет хранилища, камера охлаждения. Егор Боменко, а какие объемы, Валентина, какие объемы по хранению? Есть подвал, планируем. Окей, так, вроде бы мы как бы прошлись коротенько, 50 тонн по персику, 20, 15 тонн. Это хорошо, а потому что как бы на самом деле, ну, скажем так, маленьких хозяйств всегда больше, чем крупных, да, крупных можно на пальцах пересчитать, а вот очень маленьких очень много, и у каждого свои подходы, то есть объемы от 20 тонн, иногда даже бывают там объемы на 5 тонн, это больше там касается даже таких, как там винограда, либо охлаждение клубники, то есть используют небольшие объемы для того, чтобы, даже не так как хранение, как именно предварительное охлаждение, но тем не менее, в них тоже можно некоторое время прохранить. Поэтому, скажем так, цели и задачи для каждого хранения ставятся разные. Вот. И поэтому, скажем так, скажем так, большую универсальность, конечно, преследовать не нужно. Но, тем не менее, за некоторые, скажем так, категории, да, какие-то так, группы, которые можно объединить, мы проговорим. Вот. Итак, с вами немножечко познакомились. Пойдем дальше. Вот, нет, я не задал вам вопроса. Вот. Ответьте, пожалуйста, всю ли продукцию можно одинаково, долго и качественно хранить? Нет, нет, не все. Нет. Вот. Ну, давайте тогда проговорим некие рамки все-таки. Ну, к примеру, там по овощной продукции пройдем полгода для любого овоща. В принципе, вне зависимости от того, что это лук, морковь, капуста, полгода. Это длительное хранение или среднее? Думаю, все. Длительное, среднее. Вот. А по фруктам? Ну, то есть полгода это уже много или вполне возможно? По фруктам, у кого были яблоки, персики особенно, для перца много. Согласен. Хотя, Марина Емец, по перцу есть определенные моменты. Недавно просчитывали один объект именно по хранению перца. И там объемы были, ну, достаточно большие. Там в хранилище в 200 тонн перца. Но если правильно, скажем так, подобрано оборудование охлаждающее, изначально рассчитано под загрузку этого хранилища, оборудование не только холодильное, но и РГС, и увлажнение, то соблюдая все-все подходы, то перец можно сохранить полгода. Так что то есть для перца это, ну, скажем так, тоже длительное, конечно, но тем не менее это реальные цифры. Так, сложно, персик не выживает. Яблоки, да, остальные фрукты меньше полгода. Дальше должно быть соответствующая температура и так далее. Катерина, да, относительно температуры и так далее, тут
то, как я проговариваю с перцем, действительно, в принципе, для любого фрукта, то или овоща, есть определенные условия. Вот. И выдерживая эти условия, не обязательно они только будут заключаться в холоде, потому что для фруктов также будет очень сильным, очень сильным показателем газовая среда, газовая составляющая. Нужно следующая температура. Да, так, идем дальше. Поэтому отсюда правило, да, можно вывести, что для длительного хранения нужно правильно выращивать. Вот. Я это подводил правило под то, что, скажем так, не вся продукция, которая выращена в, ну, скажем так, просто выращена для реализации, она может храниться одинаково долго. Поэтому для того, чтобы, скажем так, длительно хранить, помимо условий, скажем так, которые будут в хранилище, нужно, чтобы было еще соответствующего качества продукция. Поэтому в соответствующее качество входит как агротехнология, вот, о которой вам расскажет Зиновия Елинская, так и предуборочная подготовка, ну, скажем, сама уборка и закладка на хранение. Вот. И уже дальше будут влиять, конечно, уже условия хранения. Вот, в принципе, мы вот об этом, скажем так, постараемся более подробно сегодня остановиться. Ну, вот, скажем так, подойти к этим правилам. Ну и проговорим, почему хранение – это целевой инструмент. Вот. Целевой тут и подразумевалось в плане того, что под каждую, ну, скажем так, сейчас, секундочку, у меня тут выскочило. То есть для каждого, скажем так, продукта нужны, ну, и под каждый продукт, под каждый, скажем так, даже год, иногда год от года отличается, да, нужно ставить конкретные цели, сколько этот продукт нужно сохранить или можно сохранить. Вот. И чем более требовательно вы выставляете цель по хранению, тем более будет, скажем так, требовательно подходить к продукту, к его выращиванию и к уборке. Вот. То есть относительно, то есть, да, какие тут цели можно проговорить по данному продукту. То есть, когда продукт очень, скажем так, красиво выглядит, его нужно сохранить в таком виде, да, и в данной цели есть разные варианты. То есть, когда вы, ну, скажем так, продукцию должны сохранить, ну, к примеру, до Нового года ставите задачи, да, или сохранить до мая месяца. То есть тут уже будут совершенно разные подходы, как к уборке, так и к условиям жесткости выдерживания условий хранения. Вот. Также мы проговорим, скажем так, по, так как перец является одним из самых таких, ну, сложных культур в плане, если овощи можно выдерживать просто, ну, скажем так, холод и технологию уборки, то перец тут еще нужно и РГС подключать, да, то есть, ну, чтобы вы понимали вот эту вот задачу. Также, допустим, по аспарагусу там тоже есть свои нюансы в плане подходов. Теперь хотел проговорить, скажем так, о, вопросик, у кого, может, есть хозяйство, которое выращивает аспарагус? Ну, можно поставить плюсики, если нет, или тогда нет. Коротенько минус-минус, как бы пойдем дальше. Ну, в моей базе у нас немає серед цих групп. Ага, то есть можно продолжать, можно опустить этот вопрос. То есть там тоже очень такая интересная культура с точки зрения хранения, она, ну, тоже непроста. В принципе, как и все культуры, требуют своих подходов. Я думаю, что мы каждую отдельную культуру в отдельности рассмотреть не сможем, но проговорим там общие параметры. Вот. А общие параметры мы можем проговорить с точки зрения, ну, к примеру, того же бизнеса. Вот. Вы вырастили продукцию достаточно неплохого качества. Даже, скажем так, ну, скажем так, опустим рамки того, что там даже подходит она на хранение. Вот. И, собственно, цель этого хранения. Для того, чтобы правильно выставить цель, нужно еще, помимо всего, изучать, ну, знать рынок. Потому что если вы привыкли продавать сразу с поля,
вам нужно будет изучить и тот рынок, в который вы войдете с помощью хранения. И отсюда вы уже поставите определенные цели. То есть, если вы понимаете, что, ну, к примеру, там цена продажи перца с поля в районе кубовидного, к примеру, того же, вот, там, в районе 12 гривен в сезон, то продержав его ближе к Новому году, вы уже, ну, то есть цена может выскакивать, если не ошибаюсь, сейчас 35. Вот. А прохранить вам его нужно всего лишь буквально 2-3 месяца. То я вам скажу по перцу, да, с потерями, ну, сразу скажу, с потерями, но без РГС перец можно сохранить. Вот, в достаточно неплохом качестве. Единственное, что будет очень увеличенный процент даже не так больных сгнивших, как подвявших. Поэтому там по перцу нужно будет именно жесткий контроль влажности делать. Вот. Если говорить там за другие, к примеру, как за лук, когда вы будете входить уже, к примеру, там в февраль, март, апрель, помимо всех сложностей рынка, то есть куда вы будете реализовывать, нужно... Вернее, наоборот, как раз ориентироваться на, куда вы будете реализовывать и, соответственно, продумывать, к примеру, ту же упаковку. То есть вы должны продумать, в зависимости от ваших объемов, нейминг, если он будет таков необходим, либо там фасовка линии, либо же вы будете, к примеру, для очень, ну, скажем так, такой небольшой кейсик, можно для очень маленьких хозяйств, хранится с другими овощами, это перец. Я отвлекусь, он хранится с другими овощами, это перец. Я не совсем могу понять вопрос, извините. Если перец хранится ли с другими овощами, нет. То есть вообще другие овощи от него очень сильно цепляют, скажем так, запах. Вот поэтому с другими, особенно там, например, как яблоки или, скажем, те продукты, которые дозариваются, вообще лучше, ну, скажем так, не перемешивать фрукты. Там небольшое есть совмещение слива-персик, там, ну, передержка, груша-яблоко. Но даже этого не рекомендуется. В принципе, как и в овощах. Хоть и у моркови и капусты одинаковая температура и влажность хранения, но очень сильно отличается дыхание между ними. Вот. Если капусту можно по CO2 доводить до 4%, это 40 тысяч ppm, то морковь всего лишь до 1,5%. И, скажем так, когда у капусты повышенное дыхание, морковь начинает болеть. Из-за этого, начиная болеть, развиваются болезни, перекидываются на капусту. Вот, то есть там тоже такой избыток влаги есть у капусты, и она сильно легко цепляет болячки с соседних культур. Поэтому не рекомендуется. Так, это понятно. Теперь хотел проговорить относительно маленьких хозяйств. То есть, ну, с большими хозяйствами тут, да, нейминг, упаковка, стратегия. По маленьким хозяйствам, то куда, ну, к примеру, как сейчас, вот нынешний период, взять, к примеру, тот же лук. Цена капаней 2,50, то есть ни почем. Скажем так, и те, у кого этого лука, к примеру, там 20, 30, 60 тонн, ну, реализовать ни почем, это равносильно самоубийству, скажем так, аграрному самоубийству. Поэтому, ну, можно рассматривать варианты упаковок. То есть, как бы, почему? Потому что сейчас, вот, допустим, вот такая упаковка, даже в маленьких магазинчиках, не обязательно это должны быть супер какие-то большие сети. В средних городах, там, с населением до миллиона, то даже, в принципе, как даже взять не миллионники, пускай это я так сильно переборщил, 30 тысяч. 40, 50, 60 тысяч. Есть магазинчики, которые, скажем так, не являются сетями, но имеют, как бы, не один магазин, типа как вот небольшой сети. Включите режим просмотра слайдов. Это ко мне, наверное, обращаются? Да, Павел, это к вам, наверное, это Максим, наш администратор. Да, вы можете включить режим пока слайдов, тогда картинка будет видна на весь экран, и вам не нужно будет мышкой переключать между слайдами. Павло вже казав, йому так зручніше, тому ми залишили в такому форматі. Я могу немножко уменьшить, просто мы, если будем перескакивать, я тогда вижу, куда мне быстрее перескочить, чтобы не кнопать все кадры подряд.
По поводу упаковки. То есть, используя такой вариант упаковки, сейчас вот, ну, там, в сеточке полкила, а стоимость такой сеточки в районе 7-8 гривен. Поэтому, скажем так, выходя на стоимость в 14 гривен за килограмм, себестоимость такой упаковки на килограмм ложится вместе с трудозатратами где-то в районе 2-30. Поэтому, скажем так, существенно поднимается стоимость. Естественно, объем таких продаж, он не может быть большим. Но для хозяйства, которого, ну, у которого очень маленькие объемы, это один из способов выживания и получить дополнительный заработок. Но, так как, почему мы говорим про эту упаковку в рамках хранения? Потому что с поля сразу объем в чулках продать невозможно большой. Поэтому это регулярная работа на протяжении всего зимнего периода. Вам нужно достаточно качественно сохранить продукцию, чтобы она выглядела как премиум-сегмент. И тогда его, пакуя как премиум-сегмент, вы можете продавать дороже. Но без хранения в данном случае вам просто-напросто не обойтись. Пускай оно будет небольшим, пускай оно будет именно заточено под ваши цели, но его нужно, ну, выполнять именно. То есть такой вид деятельности ведется только с хранением. Ну, также и следующий кадр, следующий слайд, это вот слева, это такие вот как снековая закуска, да, ну, так их называли, то есть перекус. Эта фотография сделана еще в 2013 году. Также у меня где-то еще находилась Вовка-морковка. Кстати, не знаю, до сих пор существуют ли эти бренды, торгуют ли ними в сетях, но я думаю, что-нибудь похожее есть. Вот. А сбоку это сделано в позапрошлом году, вот, 14 декабря 2018 год. Вот. В принципе, ну, то же самое, как и сейчас, но это 2 года назад. Вот. Посмотрите на стоимость за килограмм. Обратили внимание? Вот. Ну, представьте, насколько идет увеличение. А что, собственно, произвели с этой морковью? По-видимому, вообще она и так идет, скажем так, некондиционная, какая-то мелкая, ломаная, но тем не менее имеет стоимость. И стоимость ее заключается в том, что ее просто-напросто помыли и положили в заморозку. Все. То есть поэтому, скажем так, для маленьких хозяйств, то есть даже то, что, ну, к примеру, среднее хозяйство выбрасывают, мелкую среднюю морковь, ну, скажем так, некондиционной, да, ее считаю, тех же осьминогов, то маленькие хозяйства могут перерабатывать полностью, скажем так, весь объем выращенной продукции. Тем самым, скажем так, помимо всего, зимой увеличивая себе занятость путем, да, посредством переработки такой продукции и, скажем так, тоже выполняя работу по хранению. Ну и тем более, а тех, кто уже, допустим, стремится к более большим объемам, там имеют хранилище там около 1000 тонн, то так эти уже ребята, ну, скажем так, в любом случае без хранилища никак, потому что единовременно там за 2-3 недели уборки продать там 1000-1500 тонн, это реально сложно. И для того, чтобы растянуть период, да, есть, к примеру, там подходы, к примеру, не обязательно, чтобы по луку был обязательно холод. Это не обязательно. То есть, если вообще выбирать в луке между теплом и холодом, то лучше выбрать, конечно, ой, теплом и холодом, сори, между вентиляцией и холодом лучше выбрать вентиляцию. Почему? Потому что лук нужно после уборки досушивать, как бы он там не был сухой, идеальный, даже если он идеальный. Мы там дальше об этом будем говорить. Все, что находится в шее, там тонкая зеленая, скажем так, остатки ботвы, они тоже дают влагу и тоже имеют свойство болеть. Поэтому, скажем так, на это нужно обращать внимание, что нужно просушивать. Поэтому без хранилища вообще никак. Вот, ну, для таких объемов. Идем дальше. Один из следующих вариантов, да, кейс, почему, ну, скажем так, как можно работать с хранилища, это работая на хорику. Вот, то есть делать подготовку таких вот заготовочек. Тут, в принципе, весь борщевой набор. Что-то похожее можно сделать и по фруктам, скажем так. Я имею в виду, наверное, не в плане подготовки, а в плане сортности подачи, то есть в зависимости от того, сколько им нужно конкретно под заказ.
У меня есть несколько знакомых, которые в Херсоне работают помимо, скажем так, отпуска с хранилища, еще работают с Хорикой. И даже иногда порой, ну, понятно, я не могу сейчас говорить за этот год, да, в условиях карантина многие поприкрывали, объемы пропали вот, у Хорики, но тем не менее по прошлым годам порой потребление Хорики превышало, ну, скажем так, прибыль. Вот. Объемы меньше, а прибыли больше. Поэтому, скажем так, и опять-таки, с ними возможно работать только если вы будете, скажем так, практически круглогодично присутствовать. А для того, чтобы круглогодично присутствовать, во-первых, вам нужно выстраивать конвейер производства моркови, то есть, ну, моркови, любого другого продукта, выстраивать конвейер выращивания, а второе, задействовать хранилище и уже продажи с хранилищ. Вот. Относительно как разбивать хранилище на, ну, на какие объемы камер, да, для каждого отдельного продукта, это вы уже можете готовить вопросы под каждую конкретную ситуацию, ну, там нужно разбирать в зависимости от ваших целей. Поэтому у нас, скажем так, это и есть целевой инструмент. В зависимости от ваших целей нужно корректировать настройки этого инструмента, ну и вообще изначально его, скажем так, запускать именно под ваши цели. Идем дальше. Вот. Если уже объемы побольше, можно, к примеру, с той же моркови, как вот, да, сделать нишевый продукт. Просто у нас, к примеру, как вот в нашем хозяйстве, у нас вся морковь идет под мойку. Ну, то есть мы выращиваем ее специально для того, чтобы его перемыть. То есть это такая своеобразная ниша. Я не могу сказать, что она там сильно дает много дополнительного заработка, но она дает, ну, скажем так, свои законные объемы продаж. Вот. И тогда вот, ну, скажем так, один из путей реализации продукции. Причем, в принципе, всегда можно еще ее вручную перебрать, продать в грязном виде на свежий рынок. То есть это вот, ну, скажем так, заказы на сеть. Итак, теперь взбодрим публику. Вопросик. У кого какие площадя? Сначала давайте про овощи. Вот. У кого площадя какие под овощами? Есть у нас такие большие, крупные хозяйства. Ну, просто как бы пропишите, чтобы я понимал порядок цифр, у кого сколько под выращиванием овощей. 5 гектар, вижу. Александр, Татьяна, Катерина, 2 гектара. У нас 6 гектар. 3 гектара. Пока все остальные дописывают, Ольга, у вас все 6 гектар монокультура, и как у вас скажем так, с оборотом, севооборотом? Ну, также вот такой же похожий вопрос и Александру. 6 гектар под монокультурой или разные? Наверное, долго печатают. Так, под одной. Тогда сразу пишите, под какой, потому что я всю переписку не вижу одновременно. Вы писали, какие овощи вы растите, но я не могу туда вверх перелистнуть. Кооператив из небольших семейных хозяйств. Ага. А объем площадей? Елена Филатова, объем какой у вас площадей? Юрий, 8 гектар разные. У нас в группе 1 гектар под разные культуры. Ага. Хорошо, 6 картошка. Понял. Александр, вы всю продаете с поля или, наверное, таки уже бы пора и к с хранением задуматься? Понял. 6 гектар морковь. То есть каждый год просто меняете культуру. Пустоцветная, белокочанная, тоже. Спасибо. Так, теперь мы пошевелим наших товарищей, кто фруктами занимается. У кого какие площадя? А, и один сад гектара. Вот уже пошли один гектар овощи, один гектар сада. Теперь у кого под овощами? Да, наверное, сразу добавляйте там, ну, объем и культура какая. Так будет чуть нагляднее.
Егор, солидно. 25 гектар персика. Это, дай бог вам здоровья с ними управиться. Клубника, 8 гектар. Окей, понял. Значит, мы будем в рамках следующего слайда уменьшать размеры камер, о которых мы будем говорить. Вот. Хотелось проговорить основные моменты по именно выбору, подбору, скажем так, холодильного оборудования и, собственно, тех задания по данному холодильному оборудованию. То есть мы как бы с вами перед этим проговорили то, что холодильник вам может дать помочь дополнительно заработать путем растягивания сезона, путем не дать, скажем так, возможности заставить вас, скажем так, окружающему миру продать по дешевке с поля, вы можете, заложив на хранение, понятно, это, конечно, отчасти тянет еще дополнительные расходы, но, тем не менее, дает вам возможность реализовать позже по более высокой цене. Если говорить, конечно, за ситуацию на рынке сейчас, она, скажем так, не так выгодна, и пока те, кто продал с поля, пока, наверное, находятся в более выгодном положении. Но мы можем вспомнить прошлый год, когда весь, скажем так, до апреля месяца лук был нипочем, то есть, в принципе, цена не выросла, там где-то в конец марта цена была приподнялась до 6 гривен, и потом в конце апреля цена выросла до 20. Вот, в принципе, вы можете себе аккуратненько так на листочке уже сами тихонько, чтобы ваше удивление было вот, сдержанным, посчитать, сколько это получится. Я исчезну на 15 минут. Ладно. Скажем так, по выбору. То есть просчитайте, вы можете, чуть сбился в смысле, просчитать можете, какие получили заработки для тех, кто все-таки удержал продукцию более длительно в хранении и все-таки получил заработок. Поэтому разница между 2 гривнами и 20, просто колоссально на заработке на 1 килограмме. Причем, когда люди закладывали, есть хозяйство, там закладывали по 20-40 тонн и держали их. Но в основном это у меня, скажем так, сопровождаемые объекты. Это 1500 тонн, 5000 тонн, 20 000 тонн продукции. Вот, вот такие вот, скажем так, объемы. Но вне зависимости от того, какой объем камеры, наоборот, чем меньше объем камеры, тем легче управлять самим процессом хранения и легче контролировать качество продукции. Поэтому, скажем так, перенимая опыт других стран, скажем, те, которые в той же Германии или в тех же Штатах, как они с помощью маленьких хозяйств, удерживают рынок. Вот. И вот у них есть маленькие вот эти вот хранилища. Это очень интересная тема. Вот. И поэтому именно по подбору холодильного оборудования мы сейчас и проговорим. Хорошо, шли на по 2 сотки, но это разные культуры. Разные культуры. У нас кооператив, у каждого по 2 сотки, но это разные культуры. Насколько разные? Я так понял, что там и овощи, и фрукты, и еще и в разрезе фруктов и овощей тоже все разные культуры, я так понимаю. Конечно, консолидировано. Нет, только овощи. Смотрите, сразу хочу проговорить, что на длительное хранение разные овощи в одну камеру не идут. То есть, как бы там ни хотелось вам сказать, порадовать вас, но нет. Если вы ориентируетесь на длительное хранение, то там помимо подходов, что должно быть очень хорошо выращено, очень нежно, качественно убрано, только важно, это очень важный нюанс. То есть не только качественно убрано, но еще и качественно хранить. В разделе «качественно хранить» это как раз и есть не смешивание с другими, скажем так, овощами, с другими фруктами, то есть не перемешивать. То есть в рамках одного сорта. Почему, к примеру, даже за те же яблоки проговорить, к примеру, там в отдельности, да, то даже в разрезе одной культуры, грубо говоря, яблок, у каждого сорта разные условия хранения, как по температуре,
так, ну, иногда даже по влажности, но в частности это больше касается газовой среды. Поэтому там есть нюансы, и ну, их нужно выдерживать. Если вы будете все в кучку налаживать, то тогда у вас один сорт будет лежать хорошо, другой будет страдать. То есть будут либо пятнистость появляться, ну, и прочие-прочие моменты. То есть в этом плане ну, нельзя то есть, перемешивать, не рекомендуется. Даже, скажем так, вот, по яблокам даже на короткие сроки там бывают последствия, поэтому это нужно учитывать. По овощам чуть-чуть проще. Проще в каком плане? То есть вы можете там совместить, если для растягивания периода, к примеру, там, до полутора месяца, можно. Но если, к примеру, даже ту же морковь и капусту свести в одну камеру, ну, такие опыты проводились, делались, или там свекла, морковка. Вот, ну, то есть... такие вот моменты. Давайте там свеклу, морковку рассмотрим. Нет, капусту и морковь. По разному дыханию, через полтора месяца морковь, даже если вы проветриваете по СО2, все равно морковь начинает болеть. Она начинает горчить и начинает болеть. Заболевая морковь, в основном на ней начинает развиваться ботритис и склеротиния. Это те заболевания, которые, скажем так, через некоторый период, а это где-то в районе еще там пройдя полторы-две недели до месяца, начинают распространяться по камере. И поэтому то есть у вас морковь при совместном хранении с капустой начинает болеть через полтора месяца, капуста через два-два с половиной месяца уже начинает болеть. И поэтому о длительном хранении здесь речи быть не может. Тот же самый момент там морковь, свекла. У свеклы вообще температура хранения там от полутора до трех, а у моркови от нуля до единицы. То есть они даже по температурам не совпадают. Если же свеклу охлаждать ниже температуры, особенно, к примеру, как говорят все, винегретный, да, буряк, там получается вообще, то есть они получаются такие темные ореолы появляются на них. Поэтому не рекомендуется. Так, пойдем дальше. Текст задания. То есть мы с вами коротко пройдем, чтобы вы себе структурировали то, как вы, допустим, подаете текст задания для холодильщика, для того, чтобы они вам правильно рассмотрели, ну, скажем так, правильно подошли к текст заданию, правильно все посчитали. То есть в текст задании вы указываете, в первую очередь, понятно, название продукта, и, в принципе, там оно будет указано только одно. Здесь в рамках этого первого пункта хочу проговорить о том, какие все-таки группы можно для холодильщика объединять. То есть вы, ну, когда выбираете, ну, скажем так, будете указывать культуру, если укажете морковь, ну, к примеру, там из разряда, да, овощную группу, морковь, капуста, свекла, пекинская капуста, эти культуры, для них может быть построено, скажем так, одинаковое хранилище. Вот. Если возьмете потом следующий вид хранилища, это будет лук, тыква, чеснок, картофель. Вот. Это, к примеру, другая группа. Тут уже присутствует вентиляция и холод. Вот. Если вы, к примеру, там говорите за фруктовые, там яблоки, персики, тот же перец, там уже нужно использованием, ну, плюс к холодильному еще РГС. Вот. Поэтому, то есть, скажем так, некоторые группы есть. Но группы, они объединяются не в рамках, что в одной камере можно хранить в один год несколько продуктов. А то, что, к примеру, в этом году вы можете там хранить морковь, в следующем капусту, после капусты свеклу, и при этом у вас будет все в порядке с продуктом. То есть оно у вас будет, скажем так, эту группу оборудование будет выдерживать, прохранить. Так же самое, как вот с вентиляцией. Рассчитывать нужно будет на лук, потому что у лука большая подача требуется, чем у картофеля. Ну и по охлаждению лук с большей температуры начинает охлаждение, чем картофель. Поэтому оборудование рассчитывается на более такую, ну, скажем так, культуру требовательную, а все остальные уже потянутся. К примеру, у тыквы вообще там ей холода практически не обязательно, ей больше нужна вентиляция. То есть обеспечиваете, к примеру, у нее
потребления, вернее, запросы по вентиляции, такие как у картофеля 110 кубов на тонну в час. Вот. А по температуре, в принципе, вообще можно без холода выдержать. Это у меня сейчас лежит тыква, она там вообще не включается холодильное оборудование, просто вентиляция. Сейчас температура тыквы 12 градусов, и в принципе даже в условиях такого мороза просто делается рециркуляция, легкое подмешивание наружного воздуха для того, чтобы влагу немножечко осадить. И удерживайте влагу в районе 70-75%. Все, тыква идеально хранится. То есть, зная вот эти все маленькие нюансы, вот, мы, скажем так, можем и в идеальной форме продержать продукцию. Вот. Для того, чтобы знать эти все маленькие нюансы, я сделал небольшую такую табличку, где, в принципе, указаны, думал, у меня здесь еще и овощи, и фрукты. Фрукты я сюда не добавлял. Там я видел вопрос по перцам. Я думаю, я вернусь в эту табличку. Но пока все смотрят овощники по данной таблице, температуру, влажность и ориентировочные периоды хранения, проговорим, у кого по фруктам какие вопросы в плане, если есть температурно-влажностные режимы. Вот, перец в разрезе, ну, скажем так, условно там называем 4 градуса, но в зависимости от сортовых особенностей и, скажем так, температуры окружающей среды, там может быть температура немножечко ниже, но в диапазоне от 3 до 5. Вот. Есть, скажем так, интернет-издания, которые пишут, что можно хранить при 6 градусах, но тогда у него аспирационные процессы выше, и там, ну, немножко сложно его будет долго удержать. Поэтому нужно более низкие температуры. Так, пройдем, я уже чуть-чуть, надо мне крутнуть ленту. Разные капусты по сортам мы храним. Так, теперь я пойду к рубрике вопросов, пока висит табличка. Разные капусты по сортам мы храним в одной камере. Если вы говорите, ну, к примеру, там, за белокочанную капусту и в разные сорта, типа там Анкома, Агрессор, там, ну, в таком плане, они все одинакового, ну, даже не так. Можно разные сорта хранить по капусте, если они, в принципе, одинакового вегетационного периода. Вот. И одинаковые по фитосанитарному состоянию. То есть, если они, ну, скажем так, нету никаких противопоказаний по болезни. Чисто по сортовым, то вот, в принципе, можно, в принципе, в разных сортов. У меня даже есть опыт, мы с белокочаной хранили пекинку, но плохой опыт. Почему? Потому что пекинка чувствует себя намного хуже, если она еще с кем-то в камере находится. Так, а есть варианты камер еще меньше по площади? Да, мы, в принципе, те, что фотографии я использовал, есть камеры, которые, ну, скажем так, не то, что камеры хранения, да, гараж, обыкновенный гараж, вот как вот в больших, ну, даже не просто в больших, просто в городах, вот отдельно гаражные кооперативы. И вот в таком кооперативе был выполнен монтаж холодильной установки, и там хранился лук. Вот. Изначально хотели туда запихнуть 20 тонн, но не получилось, влезло только 18. Вот. Вот приблизительно в таких же условиях, в таких же объемах там и виноград хранили, потом есть там чуть побольше зал, вот, ну, к примеру, даже не зал, вот у меня есть там 40-фунтовый контейнер, тоже оборудован холодильной установкой, и люди достаточно неплохо хранят. Поэтому, то есть объем можно рассчитать. Есть еще небольшой кейс, проговорю, может кому пригодится. Даже обычный простой кондиционер, который у вас работает дома, но только не самый простой обычный, а который работает и на тепло, и на холод, то есть инвертированный. Там этот, скажем так, агрегат может вполне спокойно справиться с хранением, с 20-тонным хранением. Вот. Если же, ну, опять-таки, там есть определенные нюансы с точки зрения, как, при какой температуре можно загружать туда продукцию, при какой можно открывать ворота, ну и прочее, прочее. Но тем не менее, то есть такое существует, это эксплуатируется и это работает. Также можно подобрать, ну, скажем, оно будет чуть-чуть дороже, но более профессиональное оборудование, и там уже подходя не просто как бы дать холод как таковой, а уже там с определенным уклоном либо по повышенному влагоотбору, либо по заниженному влагоотбору.
Так, є варіанти камери, що по площаді, там ми вже прочитали. А є дані по требуванням к храненню своїх таблиць, наприклад, в виде норм. Вот это, наверное, я все-таки, вот это как раз таблица это и пришла. Это, Павел, это я сбросил таблицу, которая, которой мы систематизировали там информация по овощам, по фруктам. То есть, в принципе, если будет у вас возможность, тоже посмотрите, пожалуйста. Ну, это, в принципе, мы собрали там практически все культуры, которые только возможны. Там, начиная от артишоков. Хорошо, уже после, наверное, вебинара, и, может быть, частично уделим этой таблице внимание на следующем вебинаре. Вот если там будет, ну, скажем так, и, ну, у кого-то с этим будут связаны вопросы. Цветную капусту. Ну, смотрите, как бы... У меня никогда не стояла задача по цветной капусте сохранить ее максимально долго. Вот. Но 2,5 месяца у меня получалось ее выдержать. Вот. Основные моменты, у нас она почему-то начинала болеть, проявляться некроз. В принципе, то же самое происходит и с пекинской капустой. Единственный вариант, ну, скажем так, откуда и как оно происходит, это связано с вот эти вот такие черные мелкие цяточки. Связано больше с выращиванием, чем конкретно с хранением. Но удержать это можно путем уменьшения скорости происходящих внутри капусты процессов. И так как цветная капуста, она очень такая активная в плане жизнедеятельности, поэтому там только РГС. Вот, тогда она, скажем так, эти проявления, они, ну, уменьшаются. Так, это температура наружного воздуха. Температура окружающей среды, да, это температура наружного воздуха. Окружающей среды имеется в виду, во время уборки есть определенные ограничения. К примеру, по тем же овощам, температура уборки, если свыше 12 градусов, то не рекомендуется продолжать уборку. Но если, к примеру, вы понимаете, что через 2 недели будет просто приморозок, вот, или там сначала 2 недели дождей, а потом приморозок, то есть вы не успеете просто-напросто убрать продукцию, то да, можно убирать. Но при ваших объемах в 2-6 гектар, вот, это не должно быть большой, хотя, наверное, нет. Если все-таки 6 гектар монокультура, и вы небольшое хозяйство, не можете нанять большую бригаду, которая вам уберет это за 5-6 дней, и вы будете убирать это сами там посредством буквально 2-3 нанятых работников, то да, наверное, все-таки вас это тоже может коснуться, поэтому если выбор оставить в поле либо убрать, то лучше убрать, если вы нацелены на длительное хранение. Как показывают этот вот люди, которые переждали первые приморозки, даже несмотря на то, что сейчас у нас там на юге Украины минус 2 дневных, даже температур держится минус 3 ночных, вот, у некоторых людей есть морковь в поле, они ее достаточно неплохо, ну, скажем так, удачно убирают, не закладывая на хранение, тем самым минуя ряда затрат. Но еще раз говорю, что данная продукция уже на длительное хранение не убирается. Так, это переизбыток азота в пекинке, наверное, к черным точкам имеется в виду. Да, совершенно верно. То есть это, ну, неправильные подходы в выращивании. Так, как контролировать влажность, если это специально построенное помещение? Не специально построенное помещение. Или специально, или не специально. Ну, в принципе, вне зависимости от того, специально или не специально, вам лучше, конечно же, выбирать, ну, скажем, выбирать то помещение, которое сопутствует вашей культуре. Ну, к примеру, там для лука, там тыквы, картофеля нужно выбирать не сырые помещения, да, а наоборот сухие. Вот. И уже, к примеру, с точки зрения лука и тыквы вам, в принципе, вообще ничего не нужно будет делать. Практически только давать ей, ну, необходимое количество вентиляции в луке еще и количество холода. А вот, к примеру, с картофелем, да, там можно будет, возможно, увлажнять. Как увлажняются, к примеру, простые помещения? То есть увлажняется путем наливания воды на пол. Причем наливание не в большом количестве, а в таком, чтобы смочить слегка поверхность. То есть переусердствовать тоже не нужно, потому что поверхность воды, зеркало воды, да, оно испаряет намного меньше воды, чем смоченная поверхность, там любая, там бетонная или асфальтная, то есть любая другая поверхность, она испаряет больше, чем зеркало воды.
Так, по поводу контроля, к примеру, если нужно уменьшить. Тут вообще отдельная ситуация, в зависимости от того, есть ли у вас приточная вытяжная вентиляция. Да? Если есть, то с помощью нее. Сейчас очень хорошая, мы об этом будем еще дальше говорить, такой есть такая таблица, как точка росы, вот, дьюпоинтов. И там очень хорошо, наглядно видно, я могу, в принципе, даже сейчас вот на ней зашел вопрос, сразу переключиться. Вот, понимая, вы делаете замеры внутри камеры, ну, к примеру, у вас там внутри камеры 27 и влажность 90. Вот, при этом, скажем так, у вас параметр получается 25. Это точка росы, температура точки росы. А внутри камеры 15 и тоже 90. При этом, то есть, вроде бы, казалось бы, как влажность одинакова, но открывать вентиляцию нельзя. Почему? Потому что влага снаружи будет собираться внутри, именно конденсироваться на более холодном продукте. Поэтому, а если же наоборот, тогда вы будете подсушивать. То есть, если это, ну, скажем так, коротко про... ну, для чего это нужна табличка. Вот. То есть вы можете по ней ориентироваться, как вы можете подсушивать воздух, либо наоборот увлажнять, в зависимости от поставленных вами задач. Дальше, если следующий способ, это может быть доп. Оборудование. Доп. Оборудование вы можете, скажем так, как... Если у вас есть холодилка, вы ставите тепловентилятор, он вкинут дополнительное тепло и увеличивается продолжительность работы холодильного оборудования, тем самым влагоотбор, который, ну, скажем, как в морозилке, да, намерзает. Так же самое и на холодильном оборудовании идет сбор снеговой шубы. И потом через дренаж это излишек влаги уходит. Либо поставить осушитель. Вот. Ну, это уже, скажем так, нужно уже дополнительно собирать. Вам проще работать через наружный воздух. То есть дождаться тех условий, когда можно с помощью улицы либо понизить, либо повысить влажность. Можно еще раз по поводу точки росы. Я надеюсь, хотя уже час мы с вами проговорили, но давайте, если вас именно этот вопрос интересует, мы быстренько перезаключимся. Вот. Здесь в разрезе акклиматизации, но хочу объяснить на примере. Это очень яркий такой пример. Когда вы с холодильника достаете бутылку пива, она сразу становится мокрой. Это сразу всем очень хорошо понятен этот процесс. Вот. Это называется, скажем так, в данной комнате, к примеру, там температура 15 градусов, влажность может быть 40%. Ну, давайте так, 20, да, более реально, 20 градусов в комнате, влажность обычно там 30-40, если кто мерил дома, те знают влажность в доме зимой в отопительный период. В холодильнике в этот период, если вы померяете, там поставите приборы и зафиксируете, то влажность будет в районе 90, но температура 4-5 градусов. При этом бутылка у вас сухая. Но как только вы ее достаете с холодильника, она у вас становится мокрой. То есть почему, да, казалось бы. Так вот, вот эти вот перепады разницы, это и показывает вот эта вот таблица точки росы. Поэтому если у вас, смотрим по таблице, в температура в доме, ну, в квартире 20 градусов, влажность 45, то у вас точка росы, когда на предмете, помещенном в данное помещение, если предмет будет температурой ниже, чем 5,2 градуса, на нем будет собираться конденсат. Что происходит с бутылкой? Ну, вот. Скажем, так же самое, как и вот с улицы, еще раз пример приведу. Вы храните лук. У вас, к примеру, там температура лука на данном периоде, к примеру, возьмем реальный кейс, у меня сейчас лежит на складе лук, он имеет температуру 5 градусов. Причем влажность у него в районе 80. Смотрим, 5 и на 80. Точка росы 1,6. А на улице у меня, ну, давайте предположим, 0. Но влажность 95, то есть это практически там уже начинает образовываться туман. При этом видим разница между вот, 1,6 и 1,3. Я спокойненько могу в этот момент приоткрывать немного заслонку и запускать свежего воздуха. И при этом у меня будет в помещении воздух подсыхать. Вот для чего нужна эта таблица, для того, чтобы вы могли понять. Как это работает, расскажу на двух понятиях. И мы все пользуемся, и то, что мы меряем относительную влажность. Относительная влажность – это соотношение той воды, которая может поместиться
в кубе воздуха при данной температуре и отношением, сколько поместилось, сколько по факту есть, фактическое. Вот. То есть это значит, нужно то, что может, на то, что есть. Вот. Разделить, и получится, вот, ну, получается процентовка. Есть же такой параметр абсолютной влажности. Это количество, скажем так, влаги, которая помещается в данном, тут, кстати, определение, наверное, немножечко можно скорректировать, то, которое реально находится в воздухе. Это абсолютная влажность. Сколько грамм на куб воздуха? А относительная влажность – это соотношение. Вот. Поэтому, скажем так, для того, чтобы было вам нагляднее, табличка вам в помощь. Просто в поисковике набираете таблица точки росы, и вы находите похожие таблички. Моя почему очень удобна, она идет с шагом по влажности в 5 и по градусу в перепаде. Вот. Поэтому, скажем так, она более удобней для пользования. Так, с этим разобрались? Да. Хорошо. Так, возвращаемся по презентации. Надо немножечко, уже час прошел, ускоряться. Потому что мы тогда много чего интересного пропустим. Так, возвращаясь к техническому заданию, требования к температурно-влажностному режиму прошли. Объем предполагаемого хранения. Вот тут интересный момент. Почему? Потому что тут нужно выбирать объемы из того, как вы реализуете, скажем так, свою продукцию. То есть в зависимости от ваших возможностей вы себе разбиваете на камеры. Почему? Потому что когда вы, к примеру, как некий объем камеры открыли и начали продавать, у вас на его реализацию должно уйти не больше месяца. Это, ну, вообще самый-самый худший случай, вариант, когда. Поэтому нужно дробить камеры настолько, сколько вы вот, ну, сможете. Ну, это больше, конечно, касается тех, у кого там объемы там 1000 тонн, 2000 тонн, да, и отталкиваться от реализации. Если же у вас изначально там завариваемая продукция, к примеру, там 40-60 тонн, то, в принципе, вам дробить не обязательно. Вы просто для того, чтобы не было скачков при открытии, закрывании и закрывании, вешаете силиконовую штору, тем самым, скажем так, уменьшаете потери по электроэнергии и, скажем так, не даете вот этим вот скачкам происходить в хранилище. Ну, вот. Потому что, в принципе, в основном, зачастую в таких маленьких хранениях, скажем так, загрузка и выгрузка происходит вручную, чаще всего. Вот. Так, температура перескочил. Вот. Характер помещения нужно указывать по техзаданию, то есть вы указываете, скажем так, с чего у вас будет сделана либо сэндвич-панель, либо кирпичное здание, толщина его, материал и утепление. То есть утепление в любом случае, вне зависимости от того, какой у вас будет материал, понятно, что если не только, ну, кроме сэндвич-панели, нужно утеплять. Это делать не только для утепления, но и для изоляции по газовой среде. Вот. Для этого нужно и, скажем так, этот пункт 4. Температура. Сейчас у меня он прикрыт. Температура ввозимого продукта, температура окружающей среды. Пункт 4, то, в принципе, мы проговаривали, что есть ограничения для ввоза и уборки продукции. Это 12 градусов. Почему? Потому что при более высоких температурах у продукта более высокое дыхание и, соответственно, аспирационные потери. Если же их не удерживать в нужном, скажем так, в нужном русле, то у вас будут потери продукции, то есть когда морковь, к примеру, теряет с поверхности определенный процент влаги, она часть может восстановить, а часть не восстанавливается. Клетка слабеет, начинает болеть. Так происходит и у других продуктов. Морковь, лук, ну, в луке, кстати, там, допустим, другая немножко проблематика. Там охлаждение начинается, когда уже камера будет полностью загружена и просушена. Вот. А температура окружающей среды для холодильщиков указывается в тот период, когда вы будете производить уборку, для того, чтобы правильно подобрать холодильное оборудование. Поэтому эти пункты нужно будет указывать при просчетах холодильного оборудования.
Допросим передать организаторам. Хорошо. Так, указывается также пол с утеплением, без утепления. Понятно, что если вы будете переделывать существующее помещение, то вряд ли у вас там будет утепленный пол. Вид хранения насыпь контейнер. В данном случае при маленьких объемах вы можете выбрать контейнерное, ну как, не контейнерное, а ящичное хранение, да, и таким образом, скажем так, во-первых, вам не нужно будет спецтехника специально, то есть в виде кар, и вы можете большую часть выполнять вручную, потому что навал выполнять, ну, к примеру, вот вам один из примеров навала, это здесь размер помещения, ширина 18 метров, длина 2 камеры по 42 метра. В такой при насыпи в 3 метра высотой в камеру вмещается тонна 100, 1000 тонн, 1100, 1200 тонн. В зависимости от фракции, можно немножко, если приподнять уровень насыпи до 3,5, то есть можно 1200 тонн вместить. То есть это достаточно большие объемы. Вот. Для этого, конечно, уже нужна специальная техника. Поэтому, ну, то есть способ хранения тоже для холодильщиков нужно указывать. Так, идем дальше. Размеры дверных проемов. Ну, это, в принципе, наверное, больше касается больших, скажем так, помещение. Но, тем не менее, для малых, вот, там, скажем, эти моменты с помощью штор, с помощью утепленных дверей, скажем так, минимизируются потери, поэтому ними можно будет пренебречь. Вот. Ну и также будет не лишним определиться с доп. Оборудованием. По доп. Оборудованию это то, что я проговаривал. Увлажнители, осушители, вот, возможно, озонатор. Вот. Озонатор это вообще как бы отдельная тема, потому что ни разу не видел реализуемого, скажем так, озонатора в камере в там, 4000 тонн в одной. Но в маленьких объемах они достаточно очень эффективно работают, и эта эффективность подтверждена. Вот. Поэтому, скажем так, осталось только на практике добиться хорошей работы на больших камерах. Итак, пойдем дальше. Мы этот слайд смотрели. Ребятки, вот мы проговорили навальное, контейнерное. Расскажите мне вкратце разницу между двумя этими способами хранения. Я имею в виду в плане, давайте, чтобы мы сократили и не был у нас такой большой разбег по, для самого продукта. В чем, собственно, для него разница между навальным хранением и контейнерным? Именно не с точки зрения бизнеса сейчас, а с точки зрения продукции. Вот. Какая, есть ли разница продукту в навале либо в контейнере? И там активная вентиляция. Только тут, к примеру, в навальном хранении здесь в данном случае изображена напорная стена, а в контейнерах здесь всасывающая стена. Лучше контейнер. Ну, давайте, так как время у нас ограничено, не буду вас долго мучать, отвечу, товар дышит по-разному. Доступ воздуха, разница. Ну, давайте так. Если рассматривать с точки зрения физики, то всасывающая стена работает немного эффективнее, чем напорная стена. Хотя, в принципе, как говорят некоторые, те, которые продают вентиляционное оборудование, говорят, вот объясните разницу, или воздух двигается через продукт слева направо или справа налево. Ну, на самом деле там немножечко в другом заключается разница физических процессов. Даже если, к примеру, изобразить, что у вас контейнерное хранение как на всасывающей, так и на напорной стене, то всасывающая работает немножко эффективнее, распределение воздуха идет. Поэтому, скажем так, и удержание, допустим, с помощью шторки, чем при напорном, потому что там нужно будет такую подушку раздувать для того, чтобы удержать, не было потерь воздуха. Вот. Относительно продукции, да, тот вопрос, который я задавал, для самой продукции немного будет лучше контейнерное хранение. Особенно, к примеру, если это будет касаться таких нежных культур, как, ну, даже пускай же тот же лук, но пускай это будет белый, да, салатных луков. Поэтому, да, в данном случае для него будет немножко удобнее, во-первых, контейнер, во-вторых, здесь контейнер изображен, здесь размер контейнера 1,60 м на 1,20 м на 1,24 м.
вот, высоту, то для белого лука я бы даже рекомендовал немного меньший контейнер использовать. Вот, ввиду его, особенно если у вас там небольшое количество сухих веществ. Вот. А с точки зрения бизнеса, теперь вот, а теперь вопрос такой провокационный. С точки зрения бизнеса, какое хранение лучше? Навальное или контейнерное? Давайте можете плюс ставить за контейнер, минус за навальное. Контейнер с точки зрения бизнеса контейнер, да? Дешевле навальное. Плюс за контейнер, минус. Пока пополам идем. Ага, контейнер, который экономнее при реализации. То, которое, да, вопросом на вопрос. То, которое, какое вы считаете, Анастасия, экономнее при реализации? Минус, минус. О, пошли за навал. Да, действительно, с точки зрения бизнеса навал дешевле. Почему? Потому что, скажем так, конкретно по оборудованию вы практически одно и то же используете, ну, то есть те же вентиляции, тот же контроллер, удобнее работать с контейнером навал. С контейнером удобнее работать, если вы сдаете или берете в аренду хранилище, тогда, да, контейнер будет у вас работать лучше. Если же вы все-таки свое имеете, и у вас, к примеру, есть объемы, скажем так, залаживаемой продукции больше 2-3 тысяч тонн, то лучше навал. То есть это если с точки зрения бизнеса. Если же все-таки, скажем так, быть ближе к вам, то у вас нужно, ну, то есть все будет зависеть от вашей логистики. Вам навальное хранение будет не очень удобно работать с ним. Вот, если вы работаете самостоятельно. Поэтому, наверное, вам будет больше такое ящичное хранение более быть удобным для вас. Вот. Но в каждом конкретном случае, к примеру, тех, у кого, скажем так, 6 гектар, и если все пойти на закладку и при хорошей доурожайности в 50 тонн, вот, то 300 тонн – это, в принципе, нормальный объем, что можно уже даже заложить на навале. Положить и, в принципе, достаточно неплохо справиться с этим. При этом, допустим, там на минимальных линиях. Хотя для закладки в навал нужно необходимый набор линий. То есть там идет дракоша, который разваживает горизонт, укладывает длинный, который, скажем так, соединяет дракошу и бункер. Ну, то есть дракошу с бункером соединяя. То есть такой набор минимальный должен будет быть для закладки. В случае с небольшими объемами там можно обойтись напрямую дракоша и сразу с бункера. Вот. То, что лучше хранить продукцию в контейнере с точки зрения вкладов навал. Ну, все верно, как бы. С точки зрения бизнеса навал будет, да, но это при более больших объемах. При более маленьких все-таки, наверное, будет, наверное, даже не контейнерное, а ящичное хранение. Но мы же с вами должны смотреть на, с точки зрения развития. И я верю, что многие из вас через несколько лет, ну, скажем так, увеличат свои объемы производства, выращивания продукции, и, соответственно, им понадобятся уже, скажем так, большие объемы хранения. Вот тут-то, в принципе, вам эта вся информация и пригодится в полном объеме. Для тех, кто поменьше, ну, скажем так, есть небольшие, скажем так, ограничения, да, вот с точки зрения использования контейнера. Вот в этой камере, где вот стенд, там, это 1500 тонн там стоит. Контейнер, ну, просто сейчас закупить с точки зрения бизнеса контейнер, это, ну, стоимость еще дополнительных вложений 3000 гривен за единицу. Вот, даже если взять там, пускай будет не супер он классный, а подешевле 2000, но на 1500 тонн это еще дополнительных 3 миллиона гривен только на тару. Ну, это, скажем так, серьезное вложение. Вот, я думаю, может быть, даже некоторых удивил, да, удивил по поводу вложений. Так, пойдем дальше. Вот, мы разберем, ну, то есть мы смотрели, там разные есть установки вверху, как испарители висят, есть очень такой удобный агрегат. Вот, кто знает, как работает эта установка? Ну, кто с ней сталкивался? Какая стоимость холодильного оборудования на склад? Пока кто-то печатает ответ. Какая стоимость холодильного оборудования на склад в 300 тонн? Вот. Очень интересный вопрос, Александр. Мы же перед этим только разобрали техзадание, да, которое для того, чтобы подсчитать, нужно хотя бы понимать культура, время уборки,
скорость загрузки, температура продукции ввозимой и полностью. И когда вы составите по этому техзаданию, пройдете, ответите на эти все вопросы, тогда можно сказать уже об ориентировочной стоимости холодильного оборудования. Но, возможно, от тех целей, которые мы с вами еще дополнительно могли бы проговорить, какие у вас есть, да, именно по целевому назначению хранилища. Возможно, вам и не надо холодильное оборудование. Возможно, вам будет достаточно вентиляционного, а это уже намного дешевле будет обойдется. Ну, вот. Принцип приточно-вытяжной вентиляции. Ну, если вкратце, то воздух входит и выходит. Это я уже как бы, Анастасия, шучу. На самом деле, то есть там система, она может быть как умная, то есть с алгоритмами работы, то есть сама понимает, когда можно включать приточку, приток воздуха снаружи забора, она приоткрывает в определенной степени зазор и правильно подмешивая воздух, можно его либо увлажнять, либо сушить. Вот. В данном случае чаще всего приходится сушить, чем увлажнять, поэтому там, где активная вентиляция. Поэтому, скажем так, эти алгоритмы должны очень четко отрабатывать. Либо когда, к примеру, в камеру смешивания поступать воздух с отрицательной температурой. То есть он должен это все фиксировать и прикрывать. Вот, минус мы не сталкивались. В общем, это оборудование, оно работает как на холод, так и просто вентиляция. Плюс она имеет возможность забирать воздух снаружи. И когда оно изначально уже в него встроены все алгоритмы работы, что когда на улице отрицательная температура, либо температура, способствующая, чтобы не работало холодильное оборудование, оно выключает холодильник и начинает брать воздух снаружи. Ну, вот такая вот очень удобная штука, уже, скажем так, реализованная. Sorry, перескочил. Реализовано и уже закрыто в одном. Но у него, видите, вот три воздуховода, они развернуты в разные стороны. Вот немножечко не до конца продумано с воздухораспределением. К примеру, вот в таком варианте, когда правую фотографию смотрите, то есть испаритель перекрывает большую поверхность воздуха, их может быть, ну, камеры, длину камеры, их может быть несколько, поэтому, скажем так, это будет лучший воздухооборот. Если посмотреть на левую фотографию, да, здесь вот, к примеру, почему тех задания там нужно в продукции указывать и до конца просчитывать все возможные варианты. То есть есть точка выхода холода, и она плохо распределена по камере. То есть для тех продуктов, у которых должен быть минимальный влагоотбор, к примеру, продукт не терял влажность, то нужно, чем больше площадь теплообмена, то есть испарителя, тем лучше для продукции. То есть тем он меньше будет осаждать на себе влаги и будет более равномернее распределяться температура по камере. Нет, тут в данном случае на данном слайде идет подача воздуха через верх. Вот так, идемте дальше. Там был вопрос по поводу, я специально на него не отвечал, видел, но не отвечал. Можно ли хранить лук в сетках? Вот яркий пример, это начало закладки. Кстати, здесь не используется кара, здесь вручную загружается. Объем камеры 500 тонн. Нет, даже чуть больше. 500 тонн – это при 10-ярусной, в мешках считается. Здесь, кстати, у нас сколько получается? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот это вот как раз 10-ярусная загрузка, 500 тонн камера. Здесь есть вентиляция и есть холод. Вот. Причем холод включили в этом году только аж в конце ноября. Вот. В конце ноября, в начале декабря. То есть весь этот предыдущий период, начиная с августа месяца, холод не использовался. Использовалась приточная вытяжная вентиляция, то есть включалась, проветривалась, поддерживался больше сухой режим и потихонечку опускалась температура. Опускание температуры по луку происходит от 0,5 до 1,5 градусов в сутки. Вот. Это тоже, кстати, нужно указывать техзадание. Для каждой культуры есть свой технологический процесс, и поэтому каждую в отдельном случае культуру нужно рассматривать отдельно, либо хотя бы группу культур, ту, которую мы проговаривали выше. Так, идемте дальше. Здесь мы проговорим за механическую уборку. Просто я как бы думаю, наверное, этот мы пункт будем проходить,
быстрее. Почему? Потому что думаю, что при ваших объемах в 2 гектара, ну, наверное, не рентабельно, наверное, иметь технику. Вот. Хотя, в принципе, ее можно нанять. Я вкратце проговорю, на данном этапе, вернее, в данном году стоимость уборки гектара механическим путем стоила $250. Это вместе с трактористами, соляркой и техникой. То есть вы заплатили $250 за гектар, вам его убрали. Вот. Ну, сложили в машинку и привезли на точку, куда вы, ну, скажем так, скажете, вам его привезти. Вот. Это можете ориентироваться. Вручную же убирать, стоимость ручного труда, вы понимаете, что это намного выше. В данном году платилось 50 копеек, это только люди, плюс транспортные, плюс бригадирские. Итого набегало там и, соответственно, в зависимости от уборки в контейнер, либо в сетку, то есть там еще имелись дополнительные затраты. Но, тем не менее, если вы при урожайности, в, ну, давайте там, чтобы было легче считать, 100 тонн, да, по 70 копеек, вы понимаете, что такое $250 и что такое 70 тысяч. Вот. Поэтому это, ну, скажем так, соотношение хорошее. Вот. По поводу механической уборки. Вопросы. Может быть, у кого-то есть вопросы по механической уборке? Минус, если нету, плюс, если да, либо задаем. Пока идем дальше, перейдем к ручной уборке. Минус-минус, вопросов нет, хорошо. Если все-таки по ручной уборке нужно правильно обрезать на хранение. Слева, вернее справа, вот как расположен, то есть как выглядит изначально, да, в волке лук лежит, либо когда он подкопан скобой, и как нужно обрезать. Для чего оставляется вот такая вот длина шейки? Для того, чтобы когда у вас происходит здесь срез, это открытая рана, через которую могут болезни попадать в луковицу, в шейку луковицы. А почему привожу еще пример на белом луке? Потому что именно данный лук убирается вот в таком зеленом состоянии. Вот. Если желтые луки можно досушить сильно, то белые, для того, чтобы у него не было позеленения, то есть потери показателей качества, убирают зеленым и закладывают в хранилище на вентиляцию. И уже в темном помещении досушивают лук. Поехали дальше. Я вам говорил, что мы вернемся к подсушиванию. Смотрим слева. Картинка, казалось бы, полностью сухой лук. Вот в волке видно, что он сухой. А если разобрать шейку, вот, то там внутри еще находится зеленая жилка. Вот эту зеленую жилку и нужно сушить. Даже если когда вы не встречаете такой жилки, лук необходимо просушивать, особенно в массивах там 1500 тонн, 2000 тонн. Почему? Потому что может быть разница температур. А как мы уже разбирали выше, при разнице температур возникают зоны конденсата, а для лука это очень все может обернуться печально. Вот. Готовил слайд по механизированной уборке моркови. Я понимаю, что он не актуально. Пойдем по ручной уборке моркови. Когда идет, вот так же самое существует обрезка для моркови, для буряка, в принципе, для всего, для отъема тех же фруктов с деревьев есть определенные нормы подходов. Их это мы в рамках уборки, да, ну, скажем так, не предуборочной подготовки, а именно уборки и закладки на хранение. Если вы будете, ну, позволять людям обламывать ботву, то у вас может получиться вот такой вот результат. Как показано в фотографии, это облом плечиков, это повреждение, это открытые ворота для проникновения болезни. Поэтому этого делать не нужно, должна быть обрезка, вот, чтобы у вас оставалось от сантиметра до полутора сантиметра ботвы. Вот. Ну, скажем так, не самой ботвы, а именно пенечек, хвостик. Так, одна из фотографий несвоевременной уборки – это прошлый год, когда ударил минус 7. То есть морковь сама не повреждена, повреждены плечики. Такая морковь тоже для длительного хранения не годится. Вот. Будем дальшенько идти. Что у нас по времени? 25 минут. У нас осталось с вами 35 минут, а еще очень много. Давайте разберем, знаете, как расположение в камере. Вне зависимости от того, ну, это в данном случае имеется в виду контейнерное хранение, либо контейнерное, либо ящичное. Вот. Смотрим на картинку слева.
видно вверху испаритель, снизу упор. Упор – это, грубо говоря, его может быть и не быть, это расстояние от стенки до контейнера. В каждом конкретном случае просчитывается свое расстояние, но вы можете ориентироваться на тот отступ, который просчитали холодильщики, отступая испарителем от стенки. Но, как всегда, холодильщики – это тоже люди, и не всегда мы можем нанять самых там хороших специалистов, самых дорогих специалистов. Поэтому у вас должно быть свое критическое мышление в плане того, что здесь отступ, он обязателен. Если вы его не отступите, не будет воздуху, как проходить, подниматься до этого самого испарителя и тем самым, скажем так, охлаждаться. Потом, а, кстати, мою стрелочку видно, вот я вожу? Поставьте плюсики, если видно. Я вот не помню, просто по зуму. А, видно, да? Да, хорошо. Да. Вот, смотрите, то есть воздух выдувается через испаритель, опускается вниз, распределяется по контейнерной, там в те зазоры, где кара берет вилами короб. И, выходя здесь между коробом и стенкой, поднимается до испарителя. Если этого пространства не будет, воздух будет просто заходить здесь, разворачиваться и просто возвращаться здесь вверху к испарителю. Тем самым не будет достаточного теплосъема и влагоотвода от продукции, продуктов жизнедеятельности продукции. Поэтому, скажем, это очень важный момент. Также само смотрим правые две картинки. Вот такой вот отступ от испарителя, тоже воздух будет разворачиваться по малому кругу и тем самым не охлаждать продукцию. То есть это очень такие вот важные моменты по контейнерному хранению. Следующее по контейнерному проговорим еще контрольные точки. Вот, то есть вверху вот эти два зеленых – это испарители, вот этот большой квадрат зеленый – это массив с продукцией. Так вот, обычно вот КТ-1 – это температура, по которой работает оборудование, чаще всего холодильщики его здесь размещают. Самая холодная точка – это находится напротив испарителя. В зависимости от того, есть дефлектор или нет. Дефлектор – это на испарителе такой отбойник перед потоком воздуха для того, чтобы струя воздушная задиралась вверх и ложилась как можно дальше. Увеличивая первую длину до первой точки, мы, скажем так, убираем отчасти подмораживания продукции. Ну, вот эта точка первого соприкосновения холодного воздушного потока с продукцией, это и есть контрольная точка 2, где, по которой можно, скажем так, ориентироваться, скажем так, какая у вас температура будет в камере. Почему? Потому что КТ-1, по которой работает оборудование, пока воздух проходит через всю продукцию, он подогревается, поэтому он видит чуть-чуть с задержанием температуру. А вверху уже может быть получиться подморожение. Чаще всего я там размещаю ванночку с водой, и по этой ванночке уже с водой отстраиваю работу оборудования. Таким образом, чтобы у меня верхние слоя не видели отрицательных температур. Вот. Ставится обыкновенная, там, не знаю, бутылку обрезали, поставили, и, к примеру, температура хранения поставили единицу. Но вы меряете температуру продукции, у вас там может быть там 1,5-2 градуса, а должно быть ниже. Поэтому вы начинаете на контроллере уменьшать температуру по 0,1 градуса. И идете до тех пор, пока в ванночке не начнут образовываться кристаллики. Как только начали образовываться кристаллики, делаете 1-2 градуса вверх, ждете еще неделю, делаете повторное опускание, опять доходите до того как момента, как опять начинают образовываться кристаллики. 0,2 вверх – это и есть ваша температура хранения продукции. Вот. Потому что у каждого, к примеру, на контроллере она может разная быть. У меня есть хозяйства, на которых, к примеру, я ставлю желаемую температуру 2 градуса, у меня наверху опускается самая холодная точка до 0,2, до 0, а иногда даже чуть-чуть там минус 0,1 заходит. Вот. А у некоторых я ставлю, к примеру, минус 0,8. Желаемую температуру на контроллере, и при этом у него те же 0,3 градуса наверху. То есть этот момент отстраивается именно вот по контрольной точке 2. И также вы проверяете самую теплую точку. Обычно она находится либо по диагонали внизу от испарителя. Почему я указываю ее здесь? Хотя она, по факту, она находится в самом низу под испарителями. Самое теплое. Но чаще всего для того, чтобы равномерно потоки распределялись по всей камере, вы выставляете без технологических проходов.
и поэтому у вас КТ-3 смещается, ну, скажем так, наперед. Разница между этими двумя точками обычно в 0,3 градуса. Поэтому, как бы, зная этот момент, ну, понятно, там есть многие нюансы, из-за которых это может поменяться параметр, но учитывая длину камеры, учитывая, скажем так, засоренность продукции, ну, может небольшой быть рознь. Но эта разница может быть в начале, пока вы загружаете и пока у вас идет охлаждение продукции до, ну, выстывания, до температуры хранения, до состояния покоя. А уже когда продукт выстыл полностью, то перепад будет в районе 0,3. Зная это, вы можете уже как бы понимать ваши температурные режимы. Идем дальше. Половина. Кто знает, давайте смотрим, кто знает, что это за приборчик? Ну, что это за установка? Может, кто-то сталкивался или может предположить? Минус, минус. Ну, давайте подсказываем. Видно контейнера, видно тенты, видно вентиляторы. Вентиляторы. Здорово. Вот. Данная установка – это мобильная перемещающаяся всасывающая стена. То есть тот пример, который я вам приводил выше, вот, по всасывающей стене, правая фотография. На этом основан принцип работы данной установки. Какую роль она выполняет? То есть, если у вас все-таки, ну, скажем так, хозяйство небольшое, и вы не можете поставить, ну, скажем так, стационарную всасывающую стену, вы можете, к примеру, в рамках кооперации с несколькими хозяйствами, либо, к примеру, брать в аренду у больших хозяйств вот такую вот, скажем так, вот такое приспособление, хотя, кстати, его бюджет где-то, если сейчас не ошибаюсь, по прошлому году был в районе 70 тысяч гривен. Ну, полностью в сборе такая установка на 90 тонн. Вот. То есть, если там вам нужно более меньше объемы, можно в два раза уменьшить. Там основные затраты идут больше на двигателя. Вот. Почему они там должны обеспечивать определенную подачу и давление. Данная установка поможет вам как высушить лук, так его акклиматизировать после хранения. Но это уже для таких больших объемов. Для маленьких вы можете по принципу данной установки на своих маленьких контейнерах собрать что-то похожее. То есть на более меньшем оборудовании, ну, подставить. То есть я вам это подаю как идею. Вот, для того, чтобы вы могли делать сушку. Либо же, к примеру, вот очень момент интересный для ягодников. Сейчас так, ага, смотрим, ягодники взбодрились. Ягодники плюсики поставили. Так, есть. Возникает же проблема с быстрым охлаждением ягод. Вот вам тот пример, когда вы просто, ну, у меня, скажем так, летом приезжают много там черешня, клубника для охлаждения. И когда им нужно быстро охладить партию, а еще, к примеру, там большую партию до нужной температуры, если вы просто поставите в холод, это будет медленно происходить. Что мы делаем? Мы составляем вместо вот этих коробов их палеты, вот эти вот, скажем, картонные ящички с пинетками полностью. Также накрываем тентом и включаю вот эту установку. За 3 часа. 5 градусов с 35, ну там с 30, с 28, если там до вечера еще терпит, на температуру в 3-2 градуса мы выходим буквально за полдня. Вот. То есть это вам то, что вы в простом обычном холодильнике не добьетесь. Вот. С помощью такой, вот, такой либо похожей установки. Понятно, что для ягод она может быть немножечко поменьше и послабее, потому что я там на более длительную партию, но все равно выставляю только один двигатель, и то с программой. Там у меня стоит контроллер и включает-выключает. То есть для того, чтобы слишком быстрый поток не был, чтобы не было потом, ну, скажем так, стрессовой ситуации для ягод. Ну и также я на ней сушу лук и тыкву. Вот. В этом году такую штуку использовали для сушки чеснока. Вот так вот.
Так, у нас остается еще меньше времени. Про климатизацию мы с вами проговорили. Таблицу росы, я думаю, что вопросов не должно было остаться. И мы перейдем к такому вот интерактивному вопросу. Как думаете? Я сразу опишу, что это за фотография. Это потолок в хранилище, сэндвич-панель. 120-я панель, достаточно утепленная, но тем не менее. Вот такой вот собрался конденсат на потолке. Я думаю, что немногие сталкивались с такой ситуацией, но если сталкивались, как вы думаете, сколько литров, ну или грамм воды в квадратном метре такой поверхности? Пишите варианты ответов. 2 литра. Угу. Еще варианты. Минус. Понял. Ну, хотя бы можно предположить. 98% важности. Ну, относительно, я спрашиваю, не процент влажности, а именно сколько грамм воды конкретно, ну, как вот в литрах можно, да, там сказать, в квадратном метре такой поверхности. В одном квадратном метре. Это метр на метр. Ну, давайте так, скажем, я для того, чтобы подсчитать здесь количество воды, использовал два метода. Первый метод это был, скажем так, интеллектуальный. Я зашел в Google, нашел вместимость одной капельки, которая готова к падению, да, то есть крупной капельки, да, сколько у нее грамм. Посчитал на 10, ну, так как я целый метр квадратный высчитывать не мог. Вот, я высчитал 10 на 10, взял приблизительно квадратик, посчитал сколько капелек, умножил на квадратуру, чтобы получить квадратный метр, это количество, и умножил на вместимость одной капельки. У меня получилась расчетная цифра при самой большой капле 1,8 литра. Поэтому все, кто писали 2 литра, вот они могут себя, скажем так, похвалить за правильно приближенный ответ. А потом я взял второй метод. Я взял приблизительно так же, ну, очертил метр на метр, ну, приблизительно собрал это влажным полотешком, ну, этими бумажными полотешками и взвесил. Вот. И причем это было в нескольких вариантах. Когда капли были крупные, мелкие, получил в разбеге от 1,2 литра до 0,8. То есть как бы на практике получается немножечко меньше. Значит, у меня было что-то неправильно с подсчетами. Поэтому те, кто вот показывает 0,5 литру, те были достаточно правы. Там был у меня вопросик. Сейчас я к нему быстренько вернусь. Как правильно понижать температуру фруктов и овощей? В принципе, смотрите, если для каждого фрукта, ну, в каждом отдельном случае отдельный подход. Мы даже также берем, к примеру, не знаю, давайте там перец возьмем. Там есть ступень, ну, необходимо ступенчатое охлаждение. Хотя все равно для практически для каждого продукта, фрукта, чем быстрее вы его охладите, тем вы быстрее прекратите процессы дыхания. Поэтому, ну, скажем так, считается, чем быстрее, тем лучше. Но по факту, к примеру, там же для того же, вот как вот по луку, да, там вообще 0,5 градусов в сутки по картофелю, вернее, если там по луку можно до 1,5 градусов в сутки опускать, то по картофелю не больше 0,7 градусов в сутки можно охлаждать. По, скажем там, по перцам вы ступенчато, там первая ступень, ну, как бы во время загрузки вы охлаждаете там с перепадом в 10-12 градусов, и потом уже выходите на температуру хранения. То есть это если у вас слишком высокие температуры. Но если вы все выдерживаете в технологическом, скажем так, режиме, то по охлаждению у вас вы будете по мере ваших расчетных задач загрузка 10% от объема камеры. Поймите правильно, смотрите, если у вас хранилище на 20 тонн, то у вас вопрос, как охлаждать, не будет стоять. Вы просто включаете на температуру хранения,
Вот. И потихонечку туда загружаете продукцию. Вот. Если же у вас, конечно, будут объемы, к примеру, там 2000 тонн, и вот спрашивают Пекинка. По Пекинке вообще проблематики никакой нет. Вы просто изначально ставите температуру хранения и поехали загружать. Почему? Потому что вы ее уже убираете, когда она имеет температуру условно там 2, 3, 5 градусов. Вы ее не убираете при 20, потому что Пекинку обычно, если уборка у вас идет при 20 градусах, значит у вас эта Пекинка выращена не для хранения, а вы ее просто как бы завезли, охладили, растянули период продаж и продали. Длительно вы эту Пекинку уже хранить не будете, потому что у нее, так когда вы завозите любой продукт слишком горячий, я просто в этот раз не приводил, там есть специальная таблица, разница дыхания между продукцией, которая имеет 0 и которая имеет 20 градусов, там просто, ну, даже не в 20 раз разница по дыханию. То есть там очень колоссальнейшие, поэтому потери. А горячая клетка, как только с большой температурой начинает отдавать влагу, она ослабевает. Так вот, если вы не восполнили эту влагу, ну, к примеру, как с морковью, она имеет возможность чуть-чуть восстановиться. Картофель, он имеет вообще такой, у него есть отдельный лечебный период, он может восстановиться. То, скажем, пройдя эту грань, к примеру, тот же перец, он не может восстановиться, и поэтому это идет потеря товарного вида. А это уже, в принципе, в наше время с нашим потребителем, да, это все, это уже не проданный товар. То есть это только уже переработка. Вот. Ну, тут вам может помочь Хорика. Так, Пекинка, а по огурцам у вас были кейсы? Знаете, я вам постараюсь коротенько. У меня по огурцам вообще интересная идея была реализована одним из моих товарищей. Скажем так, он сам не выращивал. Идея была такова. Есть хранилище, которое, ну, в принципе, действует. Там лежит товар, но есть свободное место в нем. Закупали партии до 20 тонн огурца, держали неделю в холодильнике и потом реализовывали. При этом, скажем так, задачи на передержки в неделю заработать не было. Задача была с расчетом на то, что если пойдет дождь, либо будет какая-то заминка по рынку, вот тогда, ну, вы, те, кто огуречники, те меня понимают, что только когда серьезные дожди прошли, два дня рынок пустеет, цена на огурец взлетает в 3-4 раза. Вот. Нужно поймать только эту волну. То есть с точки зрения хранения, вот вам, пожалуйста, кейс просто мега универсальный. А если еще при этом вы сами выращиваете, и при этом вам еще нужно соблюдать холодную цепочку, к примеру, вы будете торговать не с рынком, а с сетью, то да, вам нужно уже огурец поставлять охлажденный. Поэтому, ну и плюс вот эта вот передержка позволяет вам попасть вот в эти периоды, когда огурец дорожает, вы можете на этом еще дополнительно заработать. Причем порой, как показывает, с помощью хранения можно заработать, за месяц хранения можно заработать, ну, скажем так, как за последних пару лет на продаже с поля. Вот. Но есть нюансы. Вот. Идем дальше. Наверное, мы поговорим про, у нас еще немножечко времени совсем, про уборку. Уборку мы проговорили по моркови, по луку, в принципе, про, давайте поговорим за показатели качества при уборке. То есть у каждого продукции они свои, попытаюсь обобщить, скажем так, для того, чтобы, как мы говорили ранее, каждый... Для того, чтобы продукт хранился, у него должен быть определенный набор, то есть он должен быть качественно выращен, качественно убран и качественно до него подобрано холодильное, вентиляционное доп. Оборудование для того, чтобы оно хранилось. Но все начинается с поля, поэтому прежде чем, скажем так, подходить к хранению, вы должны научиться его выращивать под это самое хранение. И поэтому прежде чем влаживать в само хранение деньги, вы можете взять в аренду. Дмитрий Николаев, повторите, пожалуйста, как правильно понизить температуру фруктов и овощей. Я попытался ответить обобщенно, у каждого фрукта свои подходы. И с понижением температуры так же самое, тот же контроль через ванночку. И яблоко вы некоторые сорта охлаждаете до 3 градусов, вот, некоторые до 5. Убираете вы, к примеру, там при 12 градусах и делаете перепады ступенью в 5-7 градусов. То есть, ну, к примеру, там на то же
Опять-таки, это я веду к тому, когда объемы большие. Тем более яблоко загружается за 3-4 дня по РГС, ну там требования. Включили, если перепад больше, чем в 5 градусов, ну, к примеру, еще 7 терпимо. Если уже 8, то вы ставите в перепад сначала 5, 2-3 дня загрузили. Пока идет загрузка, у вас держится более высокая температура. Ну, к примеру, там условно вы убираете при 15 градусах. Вы ставите температуру охлаждения 8-7 градусов. 2-3 дня вы закрыли камеру, дальше ставите уже температуру хранения. Вот. То есть этот процесс очень быстрый. И чем быстрее, тем лучше в плане загрузки. И дальше давите уже по РГС. Если, к примеру, взять по... не знаю, там персики еще были. У меня, ну, проговорю честно, относительно персиков, у меня не супер богатый опыт. Буквально несколько раз мы хранили, поэтому использовали то, что, ну, скажем так, те подходы, которые были. Да, мы ставили температуру сразу на 4 градуса и охлаждали. Но для верхних рядов это оказалось слишком низкими температурами. Поэтому, скажем, в этом плане нужно подходить осторожнее. Надеюсь, ответил. Хотел проговорить еще за показатели качества, да, это, к примеру, для овощных культур наличие сухих веществ. То есть он измеряется как для тыквы, лука, моркови, даже буряката и многие другие. Те, кто занимается медом, те тоже знают эти параметры, то есть наличие сахаров. То есть этим тоже рефрактометром можно мерить. Смотрите, давайте, чтобы мы по поводу тыквы, вот очень хорошо, у меня вот видите, внизу вот на этом слайде есть название YouTube-канала Pashbull. Это мой YouTube-канал, и там есть уже два видео, где наглядно показано, как перекладывается тыква соломой, как она хранится, и там показано, ну, и объемы, и укладка в контейнер, и вентиляционные параметры там проговариваются, и температурные параметры. Я думаю, что вы с помощью этого названия сможете найти. Нет, можете выйти через организаторов, вам подскажут, ну, как попасть на этот канал. Там все описано, я думаю, чтобы мы не тратили сейчас время. Вот. Параметры сухих, то есть для каждого, скажем так, продукта они свои. Я, наверное, к следующему вебинару постараюсь подготовить общую табличку. Будет интересно, что-то я сейчас не подумал. Вот сейчас только об этом догадался. И средние, низкие, средние, высокие показатели сухих веществ мы можем это проговорить в рамках следующего вебинара. По этим... скажем так, по тем продуктам, которые вы выращиваете, у меня будет информация, поэтому мы, в принципе, на них и сориентируемся. Идем дальше. Там, как можно еще определять, ну, так, параметры качества и в том числе определять лёжкость продукции. Вот. Есть такой, ну, к примеру, на примере лука growing test. Залаживается, то есть подрезается чуть-чуть донце, ну, скажем так, сошкребается, да, что активируется, подрезается сверху шейка и садится на влажную землю, смотрится, сколько прорастания. То есть это больше, знаете, как касается, наверное, не тех, кто выращивает сам, потому что вы сами конкретно знаете, как вы работали с этим продуктом, вовремя ли фазером, к примеру, по тому же луку сработали или не вовремя, это вы и так знаете. Но если вы покупаете продукцию, либо докупаете, закладываете на хранение, либо, к примеру, если плохо в этом ориентируетесь, хотите посмотреть, как себя лук будет вести, выбираете контрольные луковицы, садите их на прорастание и смотрите, как он в каком процентном соотношении он у вас прорастет. И, соответственно, делаете выводы. Вот. Индивидуальные консультации для сок по хранению возможны? Я думаю, да, беседуйте, договаривайтесь с организаторами. Я думаю, что, думаю, будут. Во-первых, как минимум, будут консультации с каждой группой в отдельности еще должны быть. Ну, не в отдельности, а вместе. Смотрите, Павел, мы с вами, да, хорошо, что есть запросы на консультации. Мы с вами соберем обратную связь от групп, от всех. Соберем пожелания, сформируем группы и сделаем пару консультаций. Вот. Ну, в принципе, да, я как бы это уже проговаривалось раньше, просто я немножечко именно, что будет сбор групп, забыл. Ну, и там можно будет все вопросы задать. Так, у нас остается 10 минут. Фитосанитарный анализ.
Вот. Фитосанитарный анализ очень такая штука интересная, дает вам понятие того, что у вас есть на продукции. Вот. Скажем, какие болезни встречаются и тому подобное. То есть вы, зная, как себя ведут болезни, вы можете, в принципе, в хранении немножечко их развитие приостановить. Там, ну, начнем там с склеротиния. Да? Это чаще всего там на моркови белая гниль распространяется. Ее можно продавить путем поднятия уровня СО2 и уменьшения влажности. Ботритис на капусте, серая гниль. Нужно будет уменьшить воздухооборот для уменьшения распространения. Да и вообще, если изначально ботритис распространяется, это значит, у вас какие-то были проблемы во время уборки с мехповреждениями. Ну и прочее. Хотел показать еще такую картинку. Это луковый клещ. Достаточно редкое явление. И в этом году я его встретил повторно. Последний раз я его видел в 2013 году. Это как раз вот фотографии с того времени. А сейчас у меня на Ютубе вышло видео. Я телефоном проснял данного клеща. Но очень интересно, я думаю, будет посмотреть. Как сказала моя жена, ой, все, я лук теперь буду чистить. Ну, раньше как только сухие счищала, а сейчас буду и верхнюю сочную чешую тоже снимать. Вот. Хотел еще остановиться по... Есть такие показатели нормы убыли. Вот. Я думаю, что будет у вас видеозапись, сможете повторно это просмотреть. Слайды здесь, нормы по месяцам расписаны, мы на нем останавливаться не будем, для того, чтобы у нас была рубрика вопросов. Вот. Рубрика вопросов будет заключаться в следующем. Скажем так, к вам. Да? Если, ну, скажем так, имеете ли вы заработок на тех культурах, удовлетворяющих вас? Или, может быть, нужно переходить на другие культуры? Я имею в виду, наверное, больше сейчас не тех, кто фруктами занимается, потому что этот рынок вообще очень, ну настолько сильно непредсказуем, и цена может колебаться, ну, просто в очень большом диапазоне. Я имею в виду, к примеру, там вот если по тому же луку, да, вот сейчас у нас на наш рынок входит шалоты. Очень сильно. И цена килограмма с поля в этом году составляла от 7 до 12 гривен за килограмм. То есть, да, у нее там урожайность чуть хуже. И по хранению он немножечко сложнее. Он как, в принципе, с ним нужно как с белым луком обращаться. Но, тем не менее, скажем так, ценовая политика на него сейчас она более яркая. А также, вот, допустим, неплохо себя показывают тыквы. Причем не все тыквы себя, ну, скажем так, хорошо ведут с точки зрения бизнеса. Я имею в виду... ромашка, да, в этом году сейчас вот по сей день там стоит не очень дорого, но такая как вот эта вот форма, ее лампочка, груша называют, это такие сорта, как Атлас, Винос, Матильда иногда, вот если она не сильно удлиненная, вот они похожи на эти сорта с малой камерой семенной. Это пользуется спросом. Сейчас такова цена оптовая там в районе 5-56 гривен. То есть достаточно неплохо. Теперь вопросы я прочитаю. Просьба продублировать ссылки с чат в Viber-группу. Это я не совсем понимаю вопрос. Это мы сделаем, Павел, это мы сделаем. По картофелю, картофельную моль фумигацией. Ну, по поводу вот картофельной моли отдельно, я с ней сталкивался всего лишь один раз. И нам чем выдерживать все технологии, ну, на большом предприятии, и чем выдерживать вот эти все нормы обработки, было проще ее реализовать. Это раз. Я к следующему подготовлю, там есть нюансы по поводу, как обрабатывать от нее. Но, честно говоря, там с ней очень сложновато бороться, поэтому наилучшим выходом будет все-таки реализация. Вот. Но если объемы супер большие и сложно, вот, то этот вопрос я для себя запишу. По фумигации, по картофелю. Я думаю, чат еще переберем. Картофель. Так, сделаем. Да, расширение линейки продаж – это ход конем, но не всем под силу. Согласен. Вот, есть такое.
Относительно препаратов, знаете как, чаще всего я рекомендации, которые, ну, что можно порекомендовать общего? По, в принципе, практически по всем культурам есть такой препарат тиабендазол. Тиабендазол, Паша, чаще всего переспрашивают. Это шашки, и у нас сейчас их на рынке Украины нет. Почему я их проговариваю? Ну, к сожалению, их нет, но они показывают очень хороший результат. Я делал смывы, заборы воздуха, и он работает как по моркови, так по луку, так и по всем остальным. Знаю, есть рекомендации, к примеру, по тому же луку работать серой. Но, во-первых, не все оборудование терпит. Во-вторых, скажем так, нормы свода правил пищевиков не позволяют использовать серу по продукции. Вот. Но знаю, что некоторые люди занимаются такой вот обработкой лука серой. Скажем так, как это правильно, ну, есть там определенная методика, описывается, да, там серные шашки, либо просто серый жечь, вот, но если вы все-таки мы боремся за правильные подходы, то я не рекомендую работать серой, вот. Какие препараты применять по фрукте, будет отдельный семинар. Это не, это вопрос или это утверждение? Я думаю, это вопрос. Будет, вопрос, да, будет ли это отдельный семинар? Ну, скажем так, я больше позиционируюсь как по хранению, специалист по хранению овощей, вот, а по фруктам там больше имеется в виду изначальные подходы. Но я думаю, что вкратце я себе запишу этот вопрос, и мы его проговорим в рамках небольших объемов обработки, там вот системы подходов Smart Fresh и, ну, тому подобное. Я думаю, что мы сможем это рассмотреть. Применяется ли однохвористый йод? Чаще всего однохвористый йод применяется для обработки тары и помещений. Вот. Если уже говорить за сами обработки, то конкретно по, скажем так, обработкам продукции в хранилище мало используется. Чаще всего это используется при выращивании. То есть вы должны в хранилище положить уже достаточно здоровую продукцию для того, чтобы там дальше только сдерживать в ней процессы дыхания. А уже, допустим, если есть какая-то проблематика, то, ну, там, скажем так, это уже нужно лоцировать в зависимости от поступления. Во фруктах эта часть, ну, скажем так, обработка производится газовой средой, то есть наличие СО2, оно является сдерживающим для развития болезней. Вот так вот, если бы правильно. А уже конкретно обработки, к примеру, ту же серу можно использовать, к примеру, там препараты, как стереокс, дезиканон, там он идет вообще уже с хлоросодержащим, то там не очень. Вот, допустим, как стереокс, он на основе надуксусной кислоты и пероксидов. Вот, там получается концентрация что-то в районе 0,3%. По пероксидам, разводится баковая смесь, ну, как баковая смесь, то есть разводится в мотослово и делается распыление, увлажняются все поверхности, таким образом происходит обработка хранилища. Вот. Если же, ну, скажем так, для вас, во-первых, агрегат недоступен, во-вторых, препарат, он там тоже не очень дешевый, чаще всего, проще всего, вы используете бордовскую смесь, это известь и медный купорос, белите свое помещение, тем самым проводите как и уборку, съем пылевых наслоений, в том числе там и от разных насекомых, которые там, грубо говоря, пауки, мухи, мошки там, которые могли быть, все это вы пробеливаете, делаете чистоту и таким самым держите помещение в чистоте. Так, у нас время, в принципе, вышло. Поставлю, не знаю, нужны ли вам мои данные. Я думаю, что мы в ближайшее время будем работать полностью все в рамках проекта. Вот. И уже дальше, когда мы полностью все разнакомимся, тогда мы сможем, наверное, перейти в там, частные какие-то консультации. Вот. Спасибо за внимание. Достаточно активная, скажем так, активные слушатели. Спасибо огромное за совместно проведенное время. Также спасибо организаторам за возможность с вами пообщаться. Вот. Если у кого-то еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Буду рад всегда ответить. Так, ну, Павел, спасибо большое. Вопросов уже, наверное, мы не успеем.
Я попрошу, вас можете выключить режим экрана? Я хочу свой включить. У меня маленькое организационное объявление. Да. Я хотела бы уточнить всем участникам, но это по поводу планов в проекте. Я хотела бы уточнить всем участникам, что на следующей неделе у нас добавляется еще один вебинар во вторник, посвященный сбыту, в 17:00, как обычно. И да, это вебинар-консультация, которая предназначена для всех участников проекта. Вот, таким образом, у вас будет в понедельник, вторник и в среду вебинары, и еще будут консультации по маркетингу, еще будут консультации по агрономии. Вот, это то, что я хотела сказать. Вот, все, спасибо. Значит, с Павлом мы продолжим в январе работать и соберем от вас обратную связь, и он организует групповые консультации по темам. То есть соберем отдельно, там, например, мы можем собрать производителей вместе, там, отдельно картошки, отдельно там, лука, да, вот по культурам пройтись и по вопросам, и отдельные такие консультации сделать. Да, все, спасибо большое, Павел. Тогда хорошего вечера всем. До связи. Сейчас будет консультация в 19:15 по маркетингу. Группа участники консультации по маркетингу. Приходите в 19:15. Спасибо. Да, спасибо. До свидания.